Рабочая встреча прошла в Краснодаре. Как отметил губернатор, продукция немецкой компании пользуется высоким спросом среди жителей края. А главное, она востребована в различных отраслях экономики региона, начиная от агропромышленного комплекса, заканчивая строительным блоком. Краевые власти заинтересованы в сотрудничестве с компанией по нескольким направлениям. В частности, речь зашла о создании собственного производства в Краснодаре. Первым шагом может стать открытие логистического центра. Безусловно, фирма «Bosch» для жителей края – это стала брендом и гарантией качества и надежности. Мы должны как-то наращивать наше совместное сотрудничество и сделать так, чтобы продукция фирмы Bosch была максимально доступна жителям края и с точки зрения транспортной составляющей, ну и ценовой. Краснодарский край, как и в целом юг России, это очень желанный рынок сбыта, в том числе для производителей аналогичной продукции, которую производит фирма Bosch. И, безусловно, мы бы не хотели, чтобы на наш рынок зашла кое-какая продукция. Поэтому все-таки я еще раз обращаюсь к вам посмотреть хотя бы на создание крупного логистического центра в нашем крае, чтобы все-таки вы наращивали здесь свои продажи, потому что сегодня страны азиатского бассейна, они тоже очень активны. Я могу сказать, что они тоже делают сегодня продукцию неплохого качества. Но мы бы хотели, чтобы у нас была продукция высокого качества, высочайшего. Сегодня все логистические потребности закрывает наш логистический центр, который расположен в Москве. Я не слышал, что какие-то трудности с этим возникают в Краснодарском крае, но думаю, что открытие логистического центра в вашем крае или некого хаба позволит только улучшить эту ситуацию. Сегодня немецкая компания занимается производством оборудования, которое применяется в сельском хозяйстве. Например, умное распыление или датчики, которые позволяют отслеживать состояние животных. Такие современные технологии компания Bosch планирует развивать в Краснодарском крае. Ведущий аграрный регион страны и крупнейший производитель нуждается в новых подходах для дальнейшего развития отрасли, отметил губернатор. У нас передовое сельское хозяйство, на самом деле, в стране агропромышленный комплекс, современнейший, но вот он должен также и дальше оставаться современнейшим. А для этого нужно брать те новые технологии, которые сегодня существуют, в том числе в сельском хозяйстве, и их внедрять. Это, конечно, умные технологии. И кто владеет сегодня умными технологиями, новыми компетенциями, те, конечно, имеют и то самое конкурентное преимущество. Это любая фирма, не только фирма Bosch. Поэтому, я думаю, здесь мы можем посмотреть на наш совместный проект и посмотреть, как мы его будем совместно реализовывать. На территории края также возможно создание центра умных технологий немецкой компании, например, на базе Кубанского аграрного университета. Студенты смогут изучать современные методики в АПК и в дальнейшем внедрять их на практике. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.